И возвращаемся к событиям на востоке Украины. На границе там более 200 российских танков, значительное количество артиллерии и установки «Град». Об этом в ООН заявил представитель Украины Юрий Сергеев. В приграничных районах сосредоточены группировки вооруженных сил России. Из нескольких военных округов, говорят, проводят учения. Инспектировал границу Андрей Цаплиенко. Он уже вышел на связь с нами. Андрей, с чем же ты вернулся? Прошу. Добрый вечер, Алексей. Сегодня мы получили довольно-таки тревожную информацию из Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на их информационные источники у пограничников. Так вот, они сообщают, что на той стороне, на российской стороне, видели, как военнослужащие Российской Федерации наносят на технику, которая участвует в учениях, надписи «Миротворческие силы». Это довольно-таки тревожный сигнал. К тому же мы сегодня утром выслушали точку зрения министра обороны Украины о том, насколько близко российские войска подошли к границам Украины. И давайте послушаем прямую речь. Вчера были деякі маневри поблизу державного кордона. Мы на них, відповідно, провели реагування, але порушень державного кордону України не було. Ну, підходи колон до державного кордону на відстань до 1 кілометра. Значить, польоти авіації. Взагалі я повинен заспокоїти наш народ. Ми повністю готові відповісти на будь-який виклик, який може виникнути. Ну, я думаю, с учетом того, что если все-таки информация действительно соответствует действительности об этих надписях «Миротворческие силы» на технике, то я думаю, успокаиваться еще рано. Мы решили проехаться вдоль границы и проверить несколько участков здесь, в Луганской области. Мы были на двух участках границы в непосредственной близости от государственной границы Украины. Российской военной техники мы не видели, визуального контакта не было. Но я хочу сказать, что здесь, на Луганщине, довольно-таки неоднозначное отношение к вот тем самым учениям, которые происходят на российской стороне. Дело в том, что длина участка государственной границы здесь, на территории Луганской области, более 700 километров. Многие села разделены этой границей, и, естественно, вот эти трансграничные отношения, они связаны между собой, потому что у многих друзья на той российской стороне, у многих родственники, многие семьи находятся и здесь, и там одновременно, поэтому людям очень сложно поверить, что российские войска войдут на территорию Украины. Все-таки это сложно поверить. Рядом со мной лидер общественной организации «Народный фронт Луганщины» Григорий Прегеба. Я хотел бы задать ему вопрос. Григорий Валентинович, ну вот ваше отношение к тому, что сюда, возможно, придут российские войска? Ну, вы знаете, возможно или невозможно, как это произойдет, мы увидим, но ситуация достаточно очень серьезная в нашем регионе. И мне очень обидно, что политики сегодня занимаются именно не тем, чем надо. Если у нас, а чем надо заниматься? Самые рейтинговые у нас лидеры, которые идут в президенты, они должны сегодня садиться за стол переговоров с Путиным. В первую очередь, здесь, на местах, дать возможность общественным организациям. Есть у нас губернатор, есть сегодня власть законная, которая и в органах местного самоуправления, которая должна разруливать эту всю ситуацию. Потому что на двух баррикадах, как возле СБУ, так и на проукраинских наших митингах, вышли люди, которые против этой власти. Любой против власти, той власти. И той, и любой, которая сегодня. Лица практически не меняются у нас всегда. Но, так если, что же делать если с танками? У нас сегодня с танками на сегодняшний день, вот как раз должны первые руководители решать вопрос на государственном уровне Россия-Украина. Сегодня смело надо идти и решать эти вопросы. А сюда приезжать и показывать свой рейтинг. Не, тут и у них рейтинг нулевой будет. Будут вообще выборы. Как вы думаете, все-таки войска Россия ведет сюда? Вы знаете, мне бы не хотелось, потому что я очень много родственников и знакомых в России, которые тоже обеспокоены этим, что происходит сегодня со стороны Хорошо, Российской спасибо. Федерации. Спасибо. Мы продолжаем следить за ситуацией. Мы по-прежнему находимся в Луганской области, недалеко от государственной границы Украины. Спасибо, Андрей. Инспектировал российско-украинскую границу на территории Луганской области сегодня Андрей Цаплиенко.